Депутат Законодательного собрания края Сергей Орленко совместно с заместителем главы района Мариной Наумейко и начальником управления образования Любовью Масько проверил готовность учреждений дополнительного образования станицы Северской к новому учебному году. В Центре развития творчества детей и юношества занимается более 2000 детей. У нас около 100 программ. Вот есть краткосрочные программы, это вот даже есть и летние какие-то. И летние тоже. Программы у нас тоже сейчас, да, у нас уже с несколько лет есть летние практики, где ребята могут, ну, в течение там месяца летнего чему-то конкретному какому-то делу научиться. Учреждение старается вовремя обновлять оборудование, часть из которого закупают благодаря собственным доходам. В этом году приобрели столы в мастерские, сплит-системы, ноутбуки, 3D-ручки, 3D-принтер и мобильную лабораторию, а также освещение для сцены актового зала. В прошлом году провели капитальный ремонт туалетов. В этом же здании находится и детская школа искусств. В Северской школе искусств на данный момент обучается 517 человек. У нас будет дополнительный набор, и по прогнозу будет примерно 580. У нас новый преподаватель ожидается, 26 числа придет преподаватель гитары. Он будет у нас дополнительный набор, чего не было у нас 5 лет. В этом году школа искусств приобретено новое оборудование, среди которого микрофоны, цифровые колонки, ударная установка. Ремонт в помещении делают в том числе и своими силами. Например, заднюю стенку актового зала педагоги отреставрировали сами. По нацпроекту «Культура» получили новые музыкальные инструменты. 8 пианино марки «Рубинштейн». Педагоги и воспитанники учреждений – неоднократные призеры различных конкурсов, в том числе краевого и всероссийского уровней. А благодаря улучшению материально-технической базы, качество образования здесь станет еще лучше.